В России в силу вступил новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. По распоряжению правительства его пополнили 42 препаратами. В новом списке значится 646 лекарств, 70% из них российского производства. Если препарат в списке, это значит, что правительство обеспечит его наличие в больницах и аптеках. Цены на лекарства из списка также будет регулировать государство. Производитель обязан будет зарегистрировать в специальном реестре, стоимость выше которой продавать его будет нельзя. Справочник с ценами на препараты из списка должен быть в каждой аптеке. Сам перечень опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.